Приветствую вас, участников 36-го сезона конкурса Golden Time. Сегодня кратко мы обсудим те работы, которые я выбрал среди очень-очень много конкурсантов. Давайте начнем. Первая работа исполнена сложнейшая техника, гбатика. Самой технике и в исполнении никакой замечаний нету, потому что оно исполнено на профессиональном уровне. Сама тематика, та, которая сейчас очень в теме с тем, что происходит в мире, символика матери и ребенка, плюс украинские орнаменты, украинские детали, ну, Ляшова Олеся. Олеся, вы молодец. Смотрите, какие цвета теплые. Я такие цвета называю вкусные цвета. Они очень пастельные цвета. Не раздражающие, ничего, все идеально. Браво, Олеся. Вторая работа. Анна Мартиновская. Мне эта картина понравилась в первую очередь, потому что она исполнена в академическом стиле. Это уже обозначает, что сам художник профессионал. Сюжет выбран очень правильно. Все без нареканий, никакой замечаний, перспектива есть. Все есть абсолютно. И тематика тоже интересна. Две силы. Вот море и быки. И ну, сюжет очень интересный. И давайте третью работу посмотрим. Вот я выбрал вот эту куклу. Эту куклу, смотрите, выражение лица. Очень редко попадаются такие куклы, потому что само лицо, выражение, смотрите, как будто что-то хочет сказать. Как будто вот начало какое-то действие. Само лицо и сама кукла идеально изготовлена, а одежда как будто шили профессиональный дом шитья или какой-то дизайнер, потому что все в идеале, и строчка, и все абсолютно все очень хорошо сделано. Алена Хайдюк, вы молодец. На этом заканчиваем 36-й сезон. До новых встреч!